сейчас праздник танца в честь Светланы Дмитриевны Адрахаевой. Я счастливый человек, я был ее партнером. Я, конечно, помню все ее роли, все ее партии. Балерина из поколения блестящих мастеров, то есть 60-х, 70-х, 80-х. Она была женственная. У нее очень красивая была фигура, очень красивые точеные ноги с замечательной балетной стопой. А это очень ценно вот у балерин. И сегодня она продолжает свою творческую деятельность на педагогическом поприще в стенах ее родного Большого театра. Это прекрасная сцена, на которой я сделала свои первые шаги. Во всяком случае, для меня это каждый выход на сцену – это был праздник. А вот сегодня, в этот торжественный день, мои ученицы танцуют. Все свои знания я вложила в них. Светлана Дмитриевна для меня в театре – это, ну, неправильно сказать в театре, вообще в моей жизни, творческой, просто жизни – это огромные удачи. Такие встречи не даются просто так, это, наверное, что-то судьбоносное. Все роли, все спектакли она выстраивает в первую очередь от музыки и от стиля, то есть чтобы это всегда было сделано очень со вкусом. Вся моя жизнь в театре связана с Светланой Дмитриевной. Я не представляю, как бы сложилась моя судьба без нее. Я ее всегда называю моя театральная мама. Она никогда в жизни не повышает голос. Просто иногда достаточно одного взгляда Светланы Дмитриевны, что лучше бы на тебя накричали. Она уникальна. Сегодня я видела, как мои девочки превратились в мастеров настоящих. Кто растет еще, там, кто там совсем помоложе. Я вижу их прекрасное исполнение, и меня это очень радует. Когда к педагогу тянутся ученики, это большое счастье.